Что Бог велик, о Бог наш. С вами к Новому году. Практически мы уже приблизились, практически мы уже входим в него. Ну а как войти в Новый год без Божьего благословения, без благословения священника? И у нас с вами сейчас есть эта уникальная возможность. Новый год – это веха в жизни каждого человека, очень немаловажная, поскольку человек подводит итоги прошедшего года, что было в нем хорошего, что было плохого. Может, о чем-то жалеет, вот, в чем-то радуется. Ну, православные радуются всему, поскольку хорошее и плохое, если человек не избирал только плохое, а попускалось плохое, оно приходит и в его пользу. Поэтому очень важно каждому из нас вот, в преддверии Нового года вот эти вот моменты прошлого года собрать, которые были плохие, чтобы они явились тем фундаментом, тем опытом, который следует использовать уже в новом году, чтобы опять не попасться вот в такие ситуации. У старца спросили, что является, какое время является для него самым важным, какой самый значительный человек для него в жизни является, и какое самое большое дело следует сделать. Он говорит, самое важное время – это то мгновение, которое сейчас, потому что прошлое ушло в прошлое, будущее еще не наступило. Самый важный человек – это тот, который находится сейчас перед вами. Ибо вы можете ему сделать и хорошее, и плохое. И самое важное дело – это то, что вы можете для него сейчас все сделать, для этого человека. Вы должны для него все самое, что вы сможете, то и сделать. Вот часто человек, не задумываясь, теряет в течение всего года вот такие моменты жизни, когда ему представляется возможность заработать какие-то положительные моменты в своей жизни, получить какой-то опыт, приобрести какие-то добрые навыки. И самое главное, чтобы в следующем году человек мог помнить самую главную цель его жизни. Это любовь к ближнему, любовь к Богу и жизнь по Христу. Поэтому этот праздник, конечно, нужно как переход в следующий год встречать с надеждой, с радостью. Есть даже в церкви есть молитва на Новый год, где мы просим Господа, благодарим Его за то, что Он нам давал хорошее в прошлом году, все, что давал, ибо Он все нам дает. И просим, чтобы Он благословил венец нового лета, чтобы было, не было ссор, не было войн, не было распри, не было голода, все было благорастворение воздухов. И будет правильно, если человек, даже если сядет за стол со своими близкими, ибо это семейный праздник, то вспомнит об этой молитве, скажет эту молитву, вместе помолится, вместе попросит у Господа для всей семьи, для всех своих близких, чтобы был мир между ними, была любовь, была радость. И украсит стол именно общением, не только вот наесться, напиться. Не акцентирует внимание на каких-то там гуляниях в течение всей ночи, дикой музыки там или еще что-то такого непотребного. Тихо, спокойно встретят радостно праздник друг с другом в семье. Это будет правильно. Но это Новый год как раз попадает на пост, поэтому следует все же придерживаться поста, постные блюда приготовить, их очень много. Отец Геннадий, люди всегда желают друг другу мира, но сам по себе мир, он раздираем войнами. Постоянно какие-то происходят конфликты. Но если у человека мир в душе, то он ведь может этим своим миром как-то украсить мир без войны. Как вы Конечно. Думаете? Ведь то, что в человеке, хорошее или плохое, оно видно и влияет на другого человека. Уже
заметили наши старцы, святые отцы, говорили, что и плохое, и хорошее в душе оно заражает человека. Это отмечено в Псалтире, где сказано, что не ходи на совет нечестивых, не сиди на собрании грешников. То есть хорошие качества человека, они влияют и заражают, любовь заражает другого человека. Поэтому если человек имеет эту любовь, искрится этой любовью, он заразит другого человека. Представьте, каждый человек будет нести в себе эту любовь к близним, к окружающим. Естественно, он заразит другого человека, водворится всеобщий мир. Но это тяжело, поскольку мы привыкли ждать от другого человека любви к себе, а не сами любить другого. Хотя сказано, что возлюби, не тебя должны возлюбить, а ты должен возлюбить. Поэтому каждый себя это будет помнить. Первый начнет любить, первый начнет пытаться ко всем относиться хорошо, не искать в каждом плохого, но нужно развивать себе способность православную найти хорошее в человеке. И вот на это обращать внимание. И если это хорошее расширит сердце этого человека, в результате нашего к нему внимания, нашей любви, то и плохое тихонечко оттеснится. Отец Геннадий, и последние дни перед Рождеством, они в православном календаре наполнены замечательными датами памяти замечательных совершенно святых, о которых тоже хотелось бы сегодня вспомнить накануне Рождества. 1 января, 2 января. Такие, да, это мученик. Милые дни. Бонифатий, да. Вот. Который, очень такая интересная была у него жизнь. Он был грешником и очень сильно грешил. И вот, когда он услышал однажды о тех мучениях, которые принимали христиане и прославлялись великие мучеников, потому что люди удивлялись, сколько они терпят, как способны терпеть. И он сказал своей возлюбленной, вот если я, говорит, мое тело принесут, она его послала, раньше было модно иметь тела мучеников у себя дома, она его послала, чтобы он нашел христианина и принес частичку, или тело, или частичку. Он говорит, если меня принесут, ты меня примешь? Я говорю, да. И когда он пошел в то место, где бы вместо мучения христиан, вместо казни, он тоже его поразила вот, стойкость христиан, и он сам объявил себя христианином. И его тоже замучили, и так и получилось, что принесли его тело. Вот, и ученику Ванифатию молится как раз, вот, чтобы он избавил от многих грехов, и прежде всего от пьянства, все в зависимости. Это 1 числа будет. И 2 числа мы вспоминаем память святого Иоанна Кронштадтского. Иоанн Кронштадтский, великий святой, да, это живший еще до революции. Каждый день совершал литургию, каждый день он с утра до вечера после литургии ходил по домам, совершал молебные. Люди исцелялись, причем это он не сам начинал, это люди сами заметили, просили его об этом, чтобы он служил. И когда люди заметили, что исцеляются те, за кого он молится, то очень много было просьб, и он ездил до самой глубокой ночи. А потом утром вставал в 5 утра, 5 читал молитвы, 5 литургия и так далее, и так далее. Великий подвиг. Очень много есть его дневников, сохраненных, к счастью. Они изданы под общим названием «Моя жизнь во Христе». Есть и последние потом дневники, посмертные дневники его, и там он показан, как обычный человек, он писал, ну, как вот дневник, он писал все, что с ним случалось. Поэтому, если будет такая возможность, пусть каждый обратится, хотя бы немножко почитает вот эти книги, выдержки из его дневников. Они там сокровенные, его мысли, сокровенные его чувства, его сокровенные замечания духовной жизни, вкратце сказано, такие яркие. Отец Геннадий, очень часто люди сегодня в поисках даже не то что счастья, а в поисках более-менее, чтобы урегулировалась их проблема или улучшилась ситуация их жизни, ищут чудес, ищут людей, которые им помогут, ищут прозорливых старцев и чудодейственных священников. И сетуют на то, что тогда были старцы, сегодня их нет. Это уже немного только замечено нашими церковными служителями, замечено, что и старцами нашими, что сейчас очень мало людей, практически нет.
тех старцев, которые были тогда. Может, в силу времени, может быть, в силу того, что человек не имеет дерзновения. Когда у одного старца спросили, почему сейчас нет чудес? Он говорит, потому что человек не имеет дерзновения. Не имеет. Нет таких людей. Что такое дерзновение? Человек должен с уверенностью молиться, что с уверенностью это произойдет. Придет исцеление, произойдет чудо. Как сказано однажды, один старец рассказывает пришедшему к нему, это ж молитва, молитва имеет большую силу. Даже если этой горе скажешь перейти, гора начала идти. Он говорит, да я только для примера говорю. Какая сила молитвы была у этого человека. У нас такого нет молитвы. Мы знаем, что она действенна, знаем, что она есть такая. Но вот чтобы с уверенностью так помолиться, у нас таких практически нет сейчас людей таких. Есть единицы, были общеизвестные старцы, непокойный отец Николай с острова Залита, был и старец Иоанн Крестьянкин, Псково-Печерский монастырь. Это наши уже почти были современники. Поэтому человеку сейчас искать каких-то чудодейственных людей не следует, потому что вся причина в нем, внутри человека. Почему Святая Церковь, когда человек приходит, ему говорят все одинаково говорят, помолись. Потому что молитва имеет большую силу. Действительно, молитва изменяет человека. Мы помним, есть молитва Иисусова, которая подразделяется на многие ступени молитвы. И Господь говорил, непрестанно молитесь. Человек, если привыкает к молитве, она у него как воздух, он дышит ей. Мы не привыкли к молитве. Отцы говорят, что тщетно человек надеется, если он без трудов, без плача будет себя изменять. Это невозможно. То есть надо осознать себя, осознать свою греховность, осознать свое падение. Каждый человек, даже как бы не старался жить, все равно он не так живет, как оно нужно. И все равно падает. А способность вставать не каждый приобретает, и не каждый хочет вставать. Многим нравится лежать просто, чтобы его никто не трогал. Поэтому не следует искать, а следует только обратиться внутрь себя и находить там причины. Когда человек обращается к бабкам-экстрасенсам, они получают видимое исцеление сразу же. Но та болезнь или то, что с ними было, неприятность, она никуда не уходит. Она трансформируется в другие болезни, либо переходит на членов семьи, либо человек приобретает какую-то черту характера очень нехорошую. Все в этом мире так не уходит куда-то безвозвратно. Все переходит одно в другое. И почему Святая Церковь, она предупреждает об этом постоянно? Потому что в церкви, если человек приходит в церковь, ему указывают на него, на самого. И пытается священник найти вместе с этим человеком причины случившегося, болезни или неприятности. И когда эта причина найдена, человек исправляется, тогда и уходит и болезнь, и причина. Отец Геннадий, и в канун Нового года будьте добры, ваше пасторское благословение для всех наших зрителей. Как у нас заканчивается молебен, благословение Господне на вас, то обладать человеколюбием, и пресное, и веки веков. Аминь.